Всем привет, ребят. Ну что, как я и обещал, трешечок. У меня в гильдии на английском сервере, где я играю, гильдия Ukraine, ребята решили сделать такой гильдийский ивент, накопить самиков и сделать гильдийский батл роллинг под Новый год. К сожалению, не у всех получилось. У нас получилось 4 ака собрать, остальные не удержались, там ролили. Ну, то такое. То есть есть 4 аккаунта, и среди них будет гильдийский батл роллинг. Сейчас мы будем по очереди их смотреть. Вот первый аккаунт NSK102. На нем мы будем ролить 50 тысяч самоцветов. У нас будут такие, скажем, правила. Магазины героев легендарных, которых мы выбиваем, мы их не считаем. Обычных героев мы считаем за одну очку, и топовых имба-героев мы считаем за два, то есть там Анубис, Фрей или Декрел и прочие, то есть более такие редкие, они будут считаться за 2 очка. Какие именно герои, ну, в принципе, думаю, вы знаете, которые, скажем так, я, допустим, на свое усмотрение больше всего использую, вот те будем считать за 2 очка. Так, что у нас еще? Кто наберет меньше очей, то есть кому, соответственно, будет меньше там либо обычных героев, либо имба-героев, будет меньше всего количества очей, тот и получит приз. Так, поехали. Поехали. Вот наша гильдия. Пишите в ВКшку, в телегу. Молчаливые заявки не принимают, БГ 0 кик, от 100 тысяч силы, ну, возможно, есть и исключения, пишите. Гильдия у нас адекватная, активная, то есть битва гильдии, атака фортов, как видите, первые места, то есть у нас всегда трешечок. Ну что, поехали смотреть первый аккаунт. Аккаунт, ну, почти до шапки Додонина, как видите. Это можно считать на английском сервере, это даже далеко не донатом. Поехали посмотрим, что у него есть, чего у него нет. Так, Асурика уже не вижу. Ну, неплохо, смотрите. При таком донате нету только Рибета или до Феникса. Но думаю, Дракос. Это не есть проблема. Асура, Махатма, Малышник, Бугимен. Фрэнки, даже так. Окей, 277 косил. Ну, неплохо. Не знаю, конечно, сколько он играет. Такс. Так. Ну, Ара, в принципе, хороший вариант. Череп с расколом. Это, конечно, интересно. Так, Анубис, Ронин. Да, Ронин, Анубис неплохой. Ронин без талантика, Стрелок. Неплохо, неплохо. Отлично. Ну, я думаю, аккаунт. Супер. При таком донате такие герои, вот даже есть Вольт. Ну, в принципе, на английском сервере они практически у всех, кто имеет возможность минимум донатить, экономят на булочках. Так, ну ремонт я, кстати, не вижу очень много, но относительно плюс-минус. Так, ну что, у нас сегодня как раз коллекционер. Вот такой вот коллекционер. За Деда Мороза можно выиграть стрелка. За Лазуликса, то есть ледяного феникса, можно получить, блин, топовые плюшечки, на мое мнение. Так, ну тут, конечно, за слизни такое себе. Бег 8 из охрона, ну, но вот эти сундучки кайфовые. Так, окей. Ну что, поехали. Начинаем с НСК 102. Посмотрим, как оно сейчас попрет. Показываю сразу вот эти вот магазинные герои. Возможно, где-то я неправильно посчитаю, потому что я уже запарился роли, честно говоря. И тем более в магазин никогда не захожу. Так, Душек, Седна, Паладин, Рыцарь, Суккуб,
друид, ниндзик. Эти вообще не считываются. Если нам там выпадает, например, там Фрея, Анубис, Афина, то есть есть более такие, скажем, топовые герои, которые больше используются, вот, например, там Бигфут, ПБшка, то есть это такие более топовые, та же самая Командора, Седна, например, там дерево упадет, это не будет за 2 очка, это за 1 Купидон, то есть мы сейчас будем по ходу уже определяться и, соответственно, потом считать. Так, точнее, считать будем по ходу. Ну что, поехали. Посмотрим, какой рандомчик. Сразу же легендарка падает. Так, ну чё, поздравляю с первой легендой. Это 1 очко. Хранитель, ну, в принципе, я тоже думаю, что его используют, но мы его посчитаем заодно, так как он уже не такой особо топовый. Да, герой кайфовый, но хрон у нас будет заодно. Уже 2. Неплохо. Начало очень хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Так, ну, Триант 3, тыковка 4. Тыковка, конечно, офигенный имбо-герой, но он есть, в принципе, у всех, кто играет более-менее, поэтому 4 очка уже есть. Дальше. Желейки. Ну, давай, рандомчик. 5, Купидон, Леди Лео, 6. Ну, поздравляю, по-моему, недостающий. Это будет 7. Можно было бы, конечно, за каждого недостающего там 2 очка брать, но ладно, уже, возможно, в следующий раз. Так, ну что там у нас 7? Поехали дальше. Выделил 9, Гаргул 10. Это не считается то, о чем мы говорили. Так, ну десяточка уже есть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну давай, где? Паладина не считаем, Кинди 11. Блин, герои-то падают. Ведьма 12. Чемпиона не считаем, рыцаря. Тринадцать, вот Дракула, поехали в рейд, собьем этот рендом, половину уже переролили. Ну, 13 очей уже есть, как-никак. Ну, аккаунт, кстати, по героям очень-очень неплохой. Так, хорошо, поехали дальше. Сразу же 14 к Найту упал нам. Неплохо, неплохо. Поздравляю, у тебя есть еще теперь стрелок, благодаря Санте. Так, что там у нас? 13, 14, 15, 16. 15, 16, 17, Командора за 2. Так, 17, что там у нас? Блин, надо не втыкать, а то это ответственное дело. Еще никому, не тому отдадим приз. Так, ну что у него? Командора, где твоя командора? А командора у него уже, к сожалению, есть. И стрелок есть. Так, ну ничего, 17.
неплохо падает на этом аккаунте. Ну, это будет 18. Тьфу ты. Ну да, все правильно, 18. Блин, и все. Рино тоже за 1. 19. Рино, конечно, классный герой, но такой хранитель. Так, Ниндзяка можно, а Варлока нет. 19, 20. Мне кажется, тут нападало уже. Блин, и все такие герои. 21. Так, Атланта можно купить. Куба тоже можно купить. Да, блин, конечно, жалко. Так, 21. Ну, если плюс-минус, если я не ошибаюсь, надеюсь, я не ошибаюсь. Чувство, когда хочешь, чтобы выпало поменьше. 22. Пожалуйста. 23 франки. Поздравляю. Еще один. Ну, в принципе, неплохо. Уже получше. Так, 21. Двадцать два. Паладин. В общем, вот так вот, ребят, где-то в районе 21-22 плюс-минус я потом еще точно буду пересматривать, чтобы наверняка. Вот такой вот у нас получился роллинг. В принципе, неплохо, я считаю. Мы, конечно, выбрали интересных героев. Ну, Рибет ему по сути это нафиг, у него перелимит мест. Походу все места забиты. Два недостающих героя, да. Это Рибет и Фрэнки. Так, Фрэнки. Кстати, малыша Ника нет, странно. Странно, странно, странно. Ну, два таких. Ну, у него, конечно, как видите, при таком донате практически все герои есть. В общем, вот так вот. Нам выпало, поехали заберем стрелка еще дополнительно. Ну, я не буду их считывать. Ну, Захрона, вот у него топовые плюшечки, ну и желейки, конечно же. Сейчас мы это все заберем, откроем. Так, ну еще дополнительно стрелок. Это, конечно же, мы считывать не будем. Ну, 10 слизней тоже неплохо. Поехали. Open. Плюс 200 книг. Отлично. Прокачки самое то. Так, новые рунки. Давайте карточки. Еще плюс Франки и Хрон. Так, ну отсюда давайте имбу. Афинка. Ну, такое себе. Ну что, такой вот получился у нас роллинг. Поздравляю с недостающими. Ждем следующих видосов. Посмотрим, кто же все-таки будет дальше отвоевывать Огника там, либо какой-то другой приз. Я потом пересчитаю все-таки еще в конце, кто победил. И отдельным видосом уже будет определение победителя. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.